заявление. Я Карина Тагылбаева. Подаю заявление на Пашаева Балюгена. Ты же муж, да? Он и его банда не дают нормально жить жителям Каратаса. Ты знаешь, она мне выбора не оставила. Я сколько раз говорил. Из-за нее у меня сейчас конкретные проблемы. Жестко подставила. А также Пашаев расстрелял Акима села Каратас. Да я твою жену убил. Если он же Пашаев хорошо обрисил, да? Убиваешь, как шакал со спины. Мне нравится. Уже это не богатый! Ты думаешь, я беспредельщик? Пашаев, это порядок, что ли? 24 часа, чтобы спаться с Каратаса, понял? Воздаянием за зло является равноценное зло. Не, уронен деп тұрсың ба не? Воистину Аллах не любит беззаконников. В Каратасе обстановка тотальная беспредел. А, залить! Тебя убить! Власть, всегда везде одинаково. Только меня? Два есть. Нет. Только тебя